Значит, это люди учатся в высших учебных заведениях, чтобы в частности, знаете, вы мне принуждаете просто давать, значит, сводки от советской формированным образом. Чтобы в частности уметь приносить информацию, их обучают специально. Изюмные формы, это заключается высшее образование. Что не нравится какой-то обвод, который знает, как подать свою информацию, но ты почему-то отчитываться, ты ее понимаешь. Натурально, я блестяще владею именно маркетинговой резюмной формы. А just people there, because my thoughts are my poor and beyond. А ты стартуешь в этом, погромно молод, human right, это name of citizen, так раз. Давайте я сама посмотрю, когда вот это. Я сейчас его принял, то что придурок находится на расстоянии. И по нему начнут просто дубачить из базук. Опять я его спасаю. Вы сейчас у имени гражданина. Вот эти элеваты я буду слушать за психиатрию какую-то хуйню. Но мы выживали в психиатрии, где может еще какая-то хуйня день. Мы топот элевэшнс в Эдмонтар, по-моему. Непонятно, при чем исполнилось, вообще не понимаю. Ты сделаешь такой коллаж, реально, даже на лавочке. Так, because of, I cannot send from normal apparatus, it's no internet, I have to make collage. Помогайте за то, за вот именно музыку и бизнеса. Так вы пропускаете одну учебу. Вы видите, что там я говорю, я просто хочу работать в научных мерах моего организма, с этими больше всего, то есть безопасности. Вот тут вы пропускаете целую стадию, выживания и бизнеса. То есть вы не делаете его в промоушен. Да право на промоушен, блядь, и мы еще лучше заслушаем. Значит, угрожать моей безопасности, безопасности моей семьи. Я натурально к этому приду. Что это за толбичка? У вас что-то капитально бы растопало авторских гражданских прав.